Бахал хорошо, там все разворочено. Открой свое окно. Ну, мы можем сказать, что все равно остаетесь на позициях? Конечно, да, никто никуда не уходит. Ну, вот все это можно сказать. Все стоят. Держим свои рубежи и все нормально. Ребят, кто-то не ну, расскажи. Со спины. Да все, я спину. Со спины. Сейчас очень много информации, что уже все отступили до Дебальцева, что наступают. Вот это фашистское направление. Ваши позиции удерживаются? Вот... Наши позиции удерживаются. Никто никуда не отходит. Держим, никого не пускаем. Никто не проходит. Есть информация, сколько у них там техники? Действительно ли они стянули очень много техники? Что именно? Лично у меня такой информации есть. Нету, вернее. Ну, техника работает, все работает. Как с нашей стороны, так и с... Как часто, ну, то есть обстрелы? Постоянно. Из чего работают? Со всего. Всего. Посмотрите по сторонам, сами все видите. Это не стрелковое вооружение. Каждый день, то есть без проблем? Ну, практически, да. Снайперы, вот говорили, тоже подключились, да? Всегда были. Но ничего не получается. Еще раз говорю, мы держим все свое. Ничего не отдаем. Все держим. Т-72, да? Да. Опознавательные? Ну, 332 номер. Передали в штаб, экипаж три человека. Это регулярное место? Ну, ДНР, корочки ДНР. Ну, вообще. Потому что у меня подруга приезжала, она говорила, что давай, у меня фотка была с ним. Да, она там стояла. Да. Ирина. Не ходи там, иди сюда лучше. Я так, потому, что... Не, сейчас больного выведу. Да, целый день сюда Савушка работала еще. Откуда? Получается Никишина, да? Ты не Никишина, а Папаша. Один плюс один був десь, ну, за два тижні назад, півтора тижні назад. А з тих пор нікого, так? Да? Нікого. Жарко? Ви взагалі вилазите з бліндажа, виходить як-то? Вилазимо, ну, стараємося лишній раз голову не висовувати. Ну, це десь ну, з 22-21 число це таке почалося. Ну, без потерь? Є пару чоловік 200. А по Никишину что? Там тоже жарко, вот. Это не
блокпост от згорений, цей перший. Те ж ми там жили в тому посту. Згоріло прямим попаданням танка в БМП, снаряд попав. Ну, нас Бог боронив, нас 5 чоловік сиділо коло нього, і що не зачепило нікого. І згоріли всі вічні лічні. Це все, що мали, оце все маємо. Не побритись, не помитись, не... Ну, тим не мені стоїть. Стоїмо, куди ми дінемося? Стоїмо. А от то, що воду можете... Тобто машина тільки приїхала? Так, да, вона приїхала і обстріляли. Ну, успіли там, вже воду доставали з машини ночі. Поки БТР догорів до кінця, бо він вогонь, і нас дуже вони бачать. І снайпера їхні чули, цілий день роботи. Лишній раз з голову витягнувся копа. А скільки снайперів? Ну, не знаю. Не посчитаємо. Не считаємо. Да, они, видите, к вам тут переключились, я так понимаю, со всего фронта стянули здесь. Ходят эти их группы. Верга. И так само, их хлопчина был, может, 48-49 роки, ну, короткий, как я, такой худенький. И засаду скорой помощи, ну, если не дивляться, скоро, не скоро. Там ранені були, розстріляли. Нема чоловіка зараз. Скажіть, а в танк, от цей танк російський, це коли взяти вдалося? Це десь тиждень назад було. Так? Да. Вони заблудилися і виїхали, якраз туман такий був. К вам на блокпост? На блокпост. То трошки взяли в плен, три екіпажі їхні, три чоловіка. Трошки закидали їх там. Гусениця злізла, і вони вже мусили стати. І нас тоді теж Бог боронив, вони мали нас стріляти вже з пушки. І пушка заклинила. А там стріляють, не дай Боже, щоб кому так почути. Як... Не то, що стріляють, а іноді коли снаряд падає коло вас, таку метрів за 10. Дуже аж страшно.